Я пыталась разобраться, но сны были разные, и были сны приятные, как будто они давали стимул к успеху. Но были и плохие сны, и я часто просыпалась в ужасно плохом настроении. Я искал, что могут означать хорошие и плохие сны, но не мог найти ответа. Я писала то, что мне приснилось во сне.